Среди предстоящих тем значился вопрос об утверждении порядка принятия решения о создании, реорганизации и ликвидации муниципальных унитарных предприятий города Десногорска. Внесены редакционные правки, существенные кардинальные изменения в порядок не внесены. Данные изменения оформлены согласно требованиям и не противоречат действующим правилам. По этой причине рассмотрение вопроса было вынесено на предстоящую сессию городского совета. Кроме этого, важным вопросом было рассмотрение новой законодательной инициативы. Проект дополнительного ограничения продажи спиртных напитков – регулирующая мера, которая не только соответствует духу времени, но и позволит нормализовать ситуацию в городе, особенно в ночное время. Органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе устанавливать дополнительные ограничения на продажу алкогольной продукции. И поэтому администрация не возражает против инициативы законодательного органа об ограничении. В России уже 16 регионов ввели те или иные дополнительные ограничения на продажу алкоголя в определенные дни. Это привело к улучшению социальной обстановки и снижению количества случаев хулиганства среди жителей. На данный момент в Смоленской области не продают спиртные напитки с 23 часов до 8 часов утра. Вопрос дополнительного ограничения продажи алкоголя в Десногорске предложено вынести на ближайшую сессию городского совета. Олег Соловьев, Александр Ерофеев, Светлана Разганова, Десна ТВ.